Сегодня у нас проходит воркшоп «Тест-тур по Греции, 2018 год». Это с Грецией мы делаем первый раз такой формат воркшопа. Надеюсь, он станет уже для нас и дальше традицией. У нас сегодня присутствуют наши топовые и самые приоритетные отели. Это сеть отелей «Альдемар» и сеть отелей «Грек-отель». У нас присутствует наш директор «Тест-тур Греция» Димитрий Харитидис. Очень известный человек, на самом деле, всем, кто в туризме. У нас выступают наши ведущие менеджеры по направлению, Римма Клопова. У нас в поддержку этого мероприятия посвящен отдельный стол MICE департамент, который рассказывает, как работать по MICE заявкам с Грецией и не только с Грецией. Потому что, на самом деле, мы видим, что знание агентств в том, как работать с группами, корпоративами, требует нашей поддержки. Мы вот стараемся включать вот все такие мероприятия, возможность донесения этой информации, и чтобы в случае, когда у вас появляется, у агента появляется такая группа, он знал, что делать, знал, как себя вести, знал, какие задавать вопросы, и куда звонить, и что бронировать. Польза от подобного мероприятия – это возможность, так сказать, получить прямой контакт, получить ответ на вопрос, который актуален, увидеть человека глаза, который ответственен за вашу работу. Мы же все-таки работаем на том бизнесе, который завязан на людях. И если мы будем компанией, которая это бренд, это логотип, это на данном моменте этого мало. За каждой компанией стоят люди, и данное мероприятие позволяет вот наладить эту связь между турагентом, туроператором, ательером, представителем принимающей стороны. Суть сегодняшнего направления, сегодняшнего мероприятия, она в том, чтобы заразить вот этой вкусной идеей, что Греция это классно, Греция это интересно, Греция это разнообразно. Да, мы презентуем не только Грецию, уже привычную для нас, для тест-тура Крит, но и новое для нас destination, новую цепочку полетную, это Араксос, полуостров Пелопоннес. Мы со 2.06 начинаем летать собственным рейсом, роза ветров, 180 кресел, и я вам с уверенностью говорю, что он состоится вовремя, в полном объеме, и мы хотим сейчас заразить агентство вот этим вот впечатлением, которое мы сейчас ждем от этого направления. Ждем от Греции прироста, в принципе, в 300% в связи с этим, потому что у нас мы увеличились как по Криту, Киев и Днепр стоят собственные борта. Ну и, конечно же, вот новинка Араксос. Встречайте! Сегодняшнее мероприятие было организовано в абсолютно новом формате, и новый формат для тест-тур, в том числе, во всяком случае, в отношении Греции. Это был пробный шар, и я считаю, что это один из самых успешных форматов для того, чтобы донести свои новости до рынка, до максимального количества партнеров, туристических агентств, для того, чтобы привлечь максимальное количество аудитории, и в то же время для того, чтобы иметь возможность практически персонально пообщаться с каждым. Вот, я очень благодарна компании тест-тур за приглашение, за организацию этого. Я была очень рада видеть многих коллег. И, конечно, то, что сегодня было озвучено, масштабные, амбициозные планы компании «Тест-тур» в отношении Греции на следующий сезон. Это долгожданные планы, долгожданные новости. И слава богу, что теперь это произошло. Вот, и дай бог, что все получится. И я очень рада, как представитель гостиничной сети «Грек-отель», я очень рада, что Украина возвращается на Пелопоннес после многолетнего перерыва. Вот, и Украина войдет агрессивно на это направление. И я надеюсь, хорошими продажами, хорошими результатами, а мы со своей стороны, конечно, поддержим. Вот, рада Пелопоннесу, рада Криту, безусловно, рада всему, что связано с Грецией, вот, потому что, говоря о Грек-отеле, мы, слава богу, так нам повезло, мы представлены практически на всех основных курортных местах Греции, что ни возьми, везде есть мы, поэтому Пелопоннес отлично, Крит еще лучше, замечательно. Вот, поэтому будем надеяться, что все теперь пойдет успешно и все получится, и раннее бронирование стартовало. Конечно, хотелось бы, чтобы чтобы наши соотечественники привыкали к раннему бронированию и как-то участвовали в нем более активно. Но я понимаю, что это связано с большим количеством факторов и экономического характера в первую очередь. И все равно люди ситуация не настолько стабильна в стране, чтобы быть уверены в том, что ты через 8 месяцев сможешь поехать отдохнуть. Вот. Но тем не менее, мало-помалу, каждый год это становится лучше и лучше.
φεύγεις και χάνομαι. Θέλω να με προσέχεις, φυλαχτό σου να με έχεις, να μην πάθεις ποτέ σου κακό. Это прекрасная возможность донести новости сети, то есть то, что новенького мы готовим в этом сезоне, какие новые концепции, какие новинки мы готовим для наших клиентов. И, безусловно, благодаря этим встречам мы четко понимаем, где нужно еще стать более сильными, какие вещи наиболее нравятся нашим партнерам. Это хорошая возможность подключить все больше лояльных участников нашей бонусной программы, потому что все понимают, что работать нужно и важно, но очень хорошо и приятно еще и отдыхать в любимых цепочках отелей. И поэтому как раз Эльдемар уже много лет предлагает регистрацию в бонусной программе, которая позволяет турфирмам приезжать отдыхать в наши отели со своими семьями, со своими родными, со своими коллегами. Поэтому мы, безусловно, благодарим компанию Тестур за организацию сегодняшнего мероприятия. Я лично сегодня могу сказать, что познакомилась с очень многими новыми для себя партнерами, надеюсь, в будущем хорошими партнерами. И действительно увидела старых друзей, которые ежегодно посещают и наши мероприятия, и совместные мероприятия с нашими партнерами. И что действительно здорово, что этот новый формат позволяет действительно такому камерному общению, которое наверняка позволит наладить даже не так рабочие, как, может быть, даже и дружеские контакты. Хочется пожелать успешного сезона и как можно больше благодарных клиентов, которые по достоинству оценят и продукт греческий, и работу туркомпании. На сегодняшний день в цепочке Эльдемар более 35% клиентов – это повторные клиенты, которые возвращаются в наши отели год из года снова. Я искренне желаю всем туристическим компаниям Украины, чтобы как можно больше становилось постоянных клиентов и у вас. Что касается Греции, это как раз тот вариант, как легко заполучить повторного клиента, потому что Грецию невозможно не полюбить, ее невозможно не влюбиться. Это превосходная кухня, это необыкновенная природа, это море, это пляжи, это атмосфера греческого гостеприимства. И пришло время, чтобы украинский турист вернулся в Грецию. На данный момент в группе компании Тестур Греция одно из ведущих направлений.